Привет, я Вераэль, художница. Я создаю орнаментальные росписи, мандалы и сотрудничаю с близкими по духу компаниями. Мой опыт работы 9 лет. После окончания учебы на дизайнера я работала по специальности в рекламном агентстве, а затем ушла в свободное плавание, чтобы бесценное время жизни посвящать развитию своего творчества. В основном я работаю над современным прочтением классических орнаментов, с леттерингом и символами. Благодаря высшему образованию в сфере иностранных языков и знанию английского, я сотрудничаю и с зарубежными компаниями. Например, одна из самых интересных коллабораций – это роспись в лобби люкс-отеля «Шиньята Виллас Бали». Это один из самых классных отелей острова. Ссылку на отзыв и историю росписи я оставлю внизу. Сейчас география моих творений насчитывает более 10 городов России и 9 стран, среди которых США, страны Азии и Европы. А еще 5 лет я посвятила волонтерству в проектах России и Венгрии. 2,5 года назад я стала мамой, но даже в декрете я успеваю находить время для творчества. И в основном это картины на заказ и коллаборации с отелями. Жду поездки на Тавриду, так как я уже была там в 2017 и знаю, как этот форум заряжает и прокачивает. Но то было в самом начале моего художественного пути. И спустя 5 лет я многое сделала для построения своего личного бренда. Научилась монетизировать творчество и вести переговоры со спонсорами, зарегистрировала свой товарный знак. И главная цель на 2022 год – это диалог с другими художниками, с арт-менеджерами. На форуме я бы хотела воплотить общий проект с участниками других направлений, например, с дизайнерами одежды и музыкантами, и вместе создать какой-то общий проект, который бы цеплял сердца людей. Моя мечта — создавать притягательные арт-объекты в разных уголках мира, достойно представляя Россию на международном арт-рынке. Такие арт-объекты, которые пробуждают в душах людей желание воплощать свои прекрасные мечты и заряжают на созидательные эмоции. И Таврида 2022 — очень важный шаг к воплощению этой мечты.